Лакшери, Дольче и Габбана. Корона. Армани, так скажем. Она не хочет выходить. Давай, давай, давай. Ты просто кошка-миллионерша. Какой классный туалет. Сзади есть такая вот панель управления. Домик для собаки всего лишь-то за 10 тысяч рублей. Но это не просто домик. Подарок для собаки на Новый год за 100 тысяч рублей. Привет, я Энни Мэджик. И скоро Новый год. И вот на днях, как обычно, занимаюсь йогой со своими собаками. Ага, я каждый день это делаю. Я задалась вопросом, что можно подарить питомцу на Новый год за 100 рублей, а что за 100 тысяч. И я решила, что вам тоже будет это интересно. Недолго думая, я пошла на сайт самого крутого, по моему мнению, зоомагазина и начала наполнять корзину. Берем, покупаем корзину. Я столько подарков никогда в жизни не покупала. Доставили мне все очень быстро. Даже в мои далекие дали. Но пока что под елкой у нас пусто. Не расстраивайтесь, пушистики, скоро все изменится. Начинаем наш челлендж. Помните, как в мультике «Леди и бродяга»? Кто-то у нас сегодня будет играть роль бедного песика, а кто-то богатого. А кто-то будет просто кошкой-миллионером. Та-дам! Посмотрим, что у нас тут. Да блин. И сейчас я соберу питомцам подарки на 100 рублей, 1000 рублей, 10 тысяч рублей и 100 тысяч рублей. Это было в стиле Моргенштерн. Тупизм. На 100 рублей песика или котика можно порадовать на Новый год какой-нибудь вкусняшечкой для собак и для кошек. Или какой-нибудь недорогой игрушкой. Отлично. Под елку. А вот с 1000 рублей можно уже неплохо так разойтись. Я собрала для примера 4 подарка. 2 для кошки и 2 для собаки. А чтобы в вашем подарке было больше всяких прикольных штук для питомцев, Magic Lifehack. Покупайте их в Petshop с 23 декабря по 8 января, потому что там проходит новогодняя распродажа. И получается, на ту же самую сумму вы можете купить гораздо больше, чем обычно. И все праздники до самого 8 января радовать своих питомцев сюрпризами. А у меня для вас тоже очень крутой новогодний сюрприз. Чтобы выиграть классный подарок и звонок от меня на Новый год с поздравлением, нужно всего лишь поставить лайк на это видео и в комментариях, в своем комментарии собрать кодовую фразу из этого ролика. Это будут слова, которые появляются где угодно в видео, вот в таком вот виде. Это, кстати, первое слово из этой кодовой фразы. И вам нужно все их собрать в логичное предложение и написать в комментариях. Внизу в описании будет ссылка на Pet Shop. Надо пойти, выбрать подарок себе для своего питомца и добавить в комментарий, какой подарок ты хочешь. К примеру, хочу поилку для своего хомячка Васи. А в течение 3 дней я выберу 5 случайных победителей и свяжусь с ними в комментариях. Конечно же, комментариев можно писать сколько угодно. Дайте себе волю и смотрите внимательно ролик. Следите. А у нас на 1000 рублей для кисоньки вы можете собрать вот такой вот подарочек. Игрушка-лабиринт для кошек антицарапки. Такая картонная штучка, в которой она будет лазить своей лапкой и играть. Лакомство какое-нибудь вкусненькое. Например, вот такие вот колбасочки, которые любит любая кошка. Вот такая вот рыбонька для вашей кисоньки с колокольчиком. И вот такая мышка. Да? Ты любишь кушать уличных мышей? Может быть, ты будешь кушать игрушечных, а? На ту же 1000 можно купить вот такую вот прикольную игрушку, развивающую для кошек мышку, в которую кладутся лакомства. Крем-суп с лососем. И вот такая вот классная игруха с перышком на пружинке. Пяу!
Я выбирала на сайте Pet Shop только качественные, реально классные лакомства, игрушки, вещи, которым я доверяю. Но, конечно же, там выбор шикарный, и вы можете выбрать намного дешевле, и, соответственно, товаров получится, возможно, даже намного больше. Собаки на 1000 рублей, два очень годных подарка. Подарок номер раз – развлекательный. Это два вида разных, очень вкусненьких, годненьких вкусняшечек. Две вот таких вот очень классных, качественных, годных, недешевых игрушки. Это вот такой вот пулер. Ну, я думаю, вы все знаете, что это такое. И вот такая очень прикольная пищалочка, лягушка, гантелька. И полезный вариант на 1000 рублей. Это вот такая вот очень классная игрушка, ботинок. Очень качественная. У меня такой ботинок был, и он до сих пор жив и здоров. Ошейник для собаки. Тоже качественной, хорошей фирмы Рокс. Не какая-нибудь какаха. Долго прослужит. Лакомство чуть подешевле. Одна пачечка, но это же полезный подарок. И вот такая вот мисочка, например, с защитой от муравьев на улицу. Ну, просто мы вот в загородном доме живем. Вот такие вот прикольные подарочки на 1000. Уже прям здесь совсем все иначе начинает выглядеть. Короче, от 1000 рублей уже, конечно, можно вообще там разгуляться. Но у нас-то с вами следующая сумма 10 000 рублей. Скажу сразу, это было не так уж и трудно. В этом подарочке у нас для кисы Алисы вот такая вот прикольная игруха. Та-та-ра-та-та. Короче, у этой игрушки очень классные вот такие вот тягучие лапки. Там резиночки внутри, колокольчики на лапках. А вот эти лапки у нее, наоборот, такие шуршавенькие. Кстати, я только что поняла, что год мышки же. Она вешается, например, на дверную ручку, поэтому она такая большая. То есть она вот так вот вешается, и кошечка внизу ею играет. Очень качественная, очень прикольная перчатка для массажа. Она здесь вот такой вот котик изображен. Все швы идеальные, вот эта липучка. Ну, прям вот суешь руку и понимаешь, что суешь руку в качественную вещь. Алиска сразу от такого массажика заурчала у нас. Вкусняшечки самые разные для кошечек. Вот такие вот три пачечки, колбаски и кремовые. Красивенький вот такой вот сиреневенький наборчик из поводка и шлейки. И вообще эта фирма мне очень нравится. Они реально качественные, и их поводки и шлейки всегда служат очень долго. Вот такая вот прикольная игрушка кошачья. Такой типа туннельчик, а в нем мячики перекатываются. Ее можно закрепить куда-нибудь или же на пол положить. В общем, там есть специальные присосочки. Можно придумать, куда зацепить, даже на окно, например. Лежаночку неплохо было бы подарить своей кисявой на Новый год. Материал у нее бархатный, и мне нравится, что такой серый цвет, вроде как неприметный с одной стороны, а с другой стороны подходит к любому дизайну дома. Лакшери. Лакшери подарок для вашей кошечки. Вот такая очень крутая переноска. Во-первых, тут даже написано Luxury Pets. Она вроде как черная, но с другой стороны она такая крутяцкая. Прям реальное ощущение, что это какой-то Dolce & Gabbana. Какая она удобная. Такая резиновая ручка. Ты вот так вот держишь ее, и прям, ух, ощущение очень классное. Если вы заметили, здесь такой узор, типа клеточка такая из лапок, а здесь просто глянец черный, ну и, соответственно, вот так вот мы эту переносочку собираем. Да, Алиса уже поняла, что она с сегодняшнего, сегодня у нас кошка-миллионерша, у нее лакшери переноска. Дверца, при помощи которой эта переносочка вот так вот у нас закрывается. По-моему, кисе Алисе очень нравится в ее новой переносочке. Из всех подарков она выбрала, видимо, именно этот. Этот самый классный, да, кисалис? 10 тысяч рублей еще не закончились. Это автоматическая поилка-фонтан. Вообще, это и для кошек, и для собак. Но у нас это входит сегодня в подарок новогодний для кошки. Включаем в розеточку. И у нас вот такая вот яйцеподобная, очень прикольная, серая с белым поилочка, фонтанчик такой для кошечек и собачек. Алиска, видимо, пить не хочет. Очень успокаивает вот это вот бульканье, прям такое ощущение, что ты находишься где-то у реки. Вообще, короче, специалисты считают, что такая движущаяся вода, не стоячая, это намного лучше для питомца, потому что она получается всегда свежая, она же всегда двигается, течет, а не застаивается очень долго в миске. Мне кажется, это и для собак было бы классным подарком. Под елочку. Едем дальше. Собаки. Повторюсь еще раз.
я выбирала подарки годные, качественные и не дешевые. Все-таки у нас типа эксперимент такой, но понятное дело, каждый из вас может на сайте выбрать и найти более бюджетные варианты того же самого, тех же сумок, тех же лежанок и игрушек. Да, вот, Софиша уже демонстрирует нам. Посмотрите, Софи такая говорит, все, я ее заняла, это мое, и я отсюда не пойду. Софиш, давай покажем, давай. Спасибо. Это такое колесо немаленького совсем размера. Очень классная форма, необычная, мне понравилась. То есть здесь как бы такой подъем и просто плоскость. Не лежанка, как в привычном ее понимании, а такой вот пончик. Очень мягкий. Это фирма Pinkaholic. Я честно признаюсь, я узнала о ней именно с сайта Pet Shop. Оно все не дешевое, ну не бюджетное, но очень классное и качественное. Здесь есть замочек, то есть расстегнуть, достать, постирать и положить обратно. Чехол, то есть съемный, стирается. Он весь как будто прошит. То есть здесь такая полосочка. Оригинальный дизайн. И полосочки другие вот здесь вот по кругу. В общем, мне она безумно понравилась. Она офигенная. И у нее такой приятный персиковый цвет. У нас на улице уже стемнело. И поэтому пришлось включить какое только возможно освещение. Так что, надеюсь, вам этот цвет видно и он передается. А еще в наборчике к этой красоте, к этой лежаночки. Вот такая вот красивая плюшевая игрушечка Корона. Просто королевская лежанка. Похоже, сегодня Софи играет роль богатой собаки. Сумка-переноска для собаки. Здесь такая сеточка, чтобы выглядывать, да? Но мне кажется, на самом деле, что в эту сумку-переноску влезет две моих собаки. Это даже не балонь, это какой-то очень необычный такой материал. Очень качественный, такой плотный. Все швы сделаны идеально. Дно отстегивается, оно на замочке. И видите, какой у нее узорчик? Такой как будто, ну, типа Армани, так скажем. И здесь ручечка застегивается на вот такую вот липучечку, разъединяется, соединяется. И есть кармашки вот такие вот по бокам, что очень удобно. Вот так вот она у нас расстегивается, пёсель выходит. Давай, покемон. Покемон хочет куда-то ехать. Она не хочет выходить. Слишком уютненько. Давай. Посмотрите, покемон не хочет выходить. Вкусняшечки. Три упаковочки разных лакомств. Как, какой Новый год без конфет? Тоже такая же перчатка массажная. Офигенное качество. Господи, я не могу, какой кайф, когда туда руку суешь. Только для собак. То есть тут уже не котик, а тут такая собачья лапка. Той же фирмы массажечка. Стоит около 800 рублей. Цены здесь появляются, как вы видели. Да, Юмичу тоже хочет массаж. И Миша хочет массаж, потому что это кайф. Аж расплющила ее. Тоже Рокс. Тоже качественный, очень классный. Вот такой вот длинный поводочек для небольшой собаки, светоотражающий. То есть в темноте, ночью, если вы идете, машина на вас какая-нибудь едет, поводок светится, и водитель его видит. Есть и дешевле, и поводки, и лежанки, и сумки, и игрушки. И почему я еще за то, чтобы покупать что-то, может быть, дороже, но зато оно прослужит дольше. Вот, например, я когда брала себе дешевые игрушки для собак, они в итоге убивались за одну игру. Я их выбрасывала, покупала заново. И по сути вы купите столько игрушек, сколько вы могли бы купить одну. Очень прикольная игрушка, кстати, нетипичная. Такая какая-то полуканатик, полусосиска. К микрофону поднесу. Похрустывает так, какой-то странный звук издает. Мячики с канатиками, посмотрите на него, ну это же просто прикол, милота такая. Он такой плотный, твердый, и слышите, внутри есть пищалочка, вот здесь у него во лбу звезда горит, пищалка. И такие классные тоже качественные канатики, ноги. Классная, я уверена, прослужит очень долго, да. Все будут сейчас спорить, кому такая игрушка достанется, покемон. Дальше будем покорять еще одну гигантскую сумму. Для кошки собрать на 50 тысяч подарок было проще всего. Скоро подарки перестанут влазить под елку у нас. Надо было елку побольше. Самый прикольный
Домик самый гигантский, с кучей лежанок, приколюх и когтеточек самый большой на сайте Pet Shop стоит около 12 тысяч рублей для кошки. То есть это уже, по сути, 1/4 часть подарка. Ну, конечно же, там в Pet Shop есть и более дешевые варианты. Выбор большой, и каждый обязательно найдет себе там что-нибудь по бюджету. 50 тысяч рублей. Да это просто какая-то кошка-богачка, Алиса. Ты просто кошка-миллионерша. Кроме того, что вы уже видели, это разные подарочки для кисы. Также здесь у нас добавляется 15 пачек самых разных лакомств. Очень много всяких разных игрушек для кошки. Например, вот такая классная мышь. Очень годная игруха. И за счет того, что у нее вот здесь такой как утяжеление, она как бы болтается вот так вот, как неваляшка. Мяч кошачий. Умная игрушка, которую можно положить лакомство, чтобы кошка его доставала. Разные маленькие всякие мячики, которые очень любят кошечки. Несколько штук. Вот такая вот прикольная игрушка. Пчелка на пружинке. Цвета фуксия. Розовая мышка. Звенелка с пушишкой. Очень мне понравилась эта фирма. У них такие классные, экологичные, красивые игрушечки. Вот такая вот кисонька, которая Алиска, я думаю, с удовольствием будет играть. Еще одна мышка с мятой. То есть туда кладется мята, и кошка ею играет. Тоже такая с перышками. Очень прикольная. Но Алису интересует у нас кое-что другое. Очень ей понравились вот эти вот мячики Рокс ярко-салатового цвета, такие то ли яйца, то ли кто, которые вот с такими большими зубами, улыбающиеся, с такими штучками. Алиска их уже прям обслюнявила. Очень уж они ей понравились. Кошачий туннель распаковывать не буду. Я думаю, вы видели целое видео, посвященное тому, как киса Алиса играет в туннелях. Любая кошка обязательно заценит такой подарок — туннель. Алиса тут уже деньгами разбрасывается, да? Конечно, 50 тысяч, еще бы, Алиса. Это туннель для кошек, который сделан как бы из бумаги, и в нем игрушечка висит, и там кошечка играет. А здесь вот такой войлок. Все кошки очень любят об войлок шкрести своими коготками. Так что такой сюрприз на Новый год тоже заценит любая кошка. А еще Алиса тут уже присмотрела вот такой вот очень классный. Это туалет. Но, как вы видите, не совсем банальный, обычный, а очень оригинальный дизайн. Он как будто плетеный, да, Алис? Смотри, какой классный туалет, Алиса, первым делом туда. Здесь вот такая вот крышечка, он закрывается. А там внутри такая как подставочка, подножечка, чтобы кошечка свои лапки там чик-чик почистила и в итоге мусор не выносила на улицу, да? Крышка снимается, и его можно открыть. Здесь есть вот такая вот таинственная крышечка. А в этой крышечке лежит лопаточка. Это реально крутая штука, и если у вас есть кошка, вы точно это зацените. Потому что вечная проблема, что ты не знаешь, куда деть этот совочек, которым ты убираешь кошачьи экскременты. Кстати, вот эта вот мисочка не скользящая, смотрите, она тоже этой фирмы Luxury Pets, как и переноска, такой наборчик получается, VIP. Парочку премиальных, качественных, крутых шампуней для кошки и кондиционер. Так что Алиса сегодня сыграла роль кошки-миллионерши, которая получает на Новый год супер крутой подарок. Походу, наша киса Алиса уже начала праздновать свой Новый год и открывать подарок, как настоящие дети. Первым делом открывают конфеты, и кое-кто уже вскрыл одну пачку и жрет. Наши кошачьи новогодние подарочки красуются под елочкой, а мы переходим к подарку для собаки на 100 тысяч рублей. Вот эту часть подарка вы уже видели, и они входят в нашу сумму. Кошке на Новый год мы подарили автоматическую поилку. Так чем же хуже собаки? Давайте добавим к их подарку за 100 тысяч автоматическую
кормушку. Это вот такая вот немаленькая, кстати, как вы видите, пластиковая коробенька. Вот здесь крышечка, она открывается. Сзади есть такая вот панель управления. Здесь можно всякие настройки сделать. Время, когда высыпался, чтобы корм и так далее. Я сейчас не буду заморачиваться и все это включать, потому что это отнимет очень много времени. Сюда насыпается корм. И когда вам нужно, корм высыпается в мисочку, и собака подходит и ест несколько раз в день, один раз в день и так далее. Сюда можно, кстати, насыпать очень много корма, потому что емкость достаточно большая, что радует. И она будет автоматически за вас кормить вашего пёселя. Конечно же, как и котикам, пёсикам, как и деткам, нужно дарить на Новый год вкусняшки, конфетки. 10 пачек самых разных вкусностей для пёсиков, конфеток новогодних. Кто откажется от конфетки новогодней, да? Юмичу, а? Это вот такая вот упаковка лакомств Platinum. У нас корм, который вы сейчас видели, Platinum, но у них еще есть и лакомства самые разные. Вот эти вот дрессировочные, такие мелкие, очень удобные на самом деле для дрессировки. Самые дорогие из подарка, потому что, ну, это Platinum. Очень качественные вкусняшки и корм. Какой новогодний подарок для собак, как и для детей, без игрушек? Кроме тех, что я уже показала и вы уже видели, не будем к ним возвращаться. Давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. Я выбирала очень качественные, недешевые, дорогие, классные игрушки, которые прослужат очень много времени. Вот, например, такая игрушка Конг с дырочкой, в которую кладется вкусняшка, и собака ее грызет. Именно такой игрушкой мне посоветовал зоопсихолог приучать Мишу играть в игрушки. Такая вот типа косточка, хот-дог или что-то такое известной фирмы, очень чики, с курицей, короче, чтобы собаки их грызли. Она похожа на косточку, очень твердая для тех пёселей, что любят грызть. Как я уже говорила, понятное дело, что на сайте Pet Shop можно найти и более бюджетные всякие разные игрушечки. Кстати, это вот такая вот косточка со вкусом peanut butter. Арахисовая паста, которую так любят американцы показывать в своих фильмах, которую сейчас я тоже очень люблю кушать. И считается, что собаки просто обожают арахисовую масло, арахисовую пасту, поэтому я купила вот такую вот косточку грызть, она твердая. Крест из косточек резиновый, чистить зубки. Вот такая вот прикольная игрушка соски. Просто это такая милота на колечке сосочки, тоже для грызения. Мячики для любителей играть в мячики, да, Ивась? Вот такая мне понравилась просто стильная игрушка Рокс. Это мяч, канат такой с плюшевыми ушками, глазками, да, Юмичу уже хочет поиграть, она любит такие игрухи. И вот такой вот селезень. Игруха-потягуха. Покемон очень любит такие игрушки. И вообще мы собираем уток с покемоном, поэтому это игруха для нее. Конечно, если купить игрушки дешевле, то получится намного больше игрушек для собаки. Но не забывайте про качество и долговечность. Лапомойка. Выглядит это как пластмассовая вот такая вот чашка. И я думаю, что это будет шикарным подарком для хозяина на Новый год. Внутрь наливается водичка, а здесь, видите, такие щеточки. Ты суешь лапу собачки вот сюда в лапомойку, шевелишь ею там, и лапка моется. Очень классный костюм на вешалочке в таком чехольчике. Очень красивый, качественный такой вот классный костюмчик для собаки на Новый год. Так как недавно у меня был обзор всей нашей одежды для собак, вы видели, сколько у меня ее много, поэтому я особо не разгуливалась по шмоткам. Вот такой вот комбинезончик еще купила. И вот такой вот домашний спортивный костюмчик. Но для любого другого человека, у которого есть собака, я думаю, что одежка какая-нибудь станет просто отличным подарком. Невероятная вещь. Когда я увидела ее на сайте Pet Shop, я просто такая типа, че? Офигеть, я хочу это! И это домик для собаки всего лишь-то за 10 тысяч рублей. Но это не просто домик, это 3 в 1. Итак, сверху у нас есть лежанка. Я так думаю, для кошки или для таких прыгучих собак, как Софи. То есть она с легкостью запрыгнет вот сюда, в эту верхнюю часть. Эта верхняя часть волшебным образом
снимается с домика, и получается вот такая вот напольная, красивая, причем очень стильненькая такая лежаночка. Кстати, безумно приятный, просто офигенный на ощупь пластик. В итоге у нас остается еще вот такой домик, в который тоже помещается собачечка, или даже две, если у вас их несколько. Здесь такая подушечка. А вот тут вот снизу ты вдруг смотришь и думаешь, а что же вот это такое? А вот это вот фигня для домика. Мы их застегиваем, и все, эта штука закрыта. Потому что, как вы видите, наверху вот здесь вот ручечка. И домик превращается из домика и лежанки в переноску. И посмотрите, как это все стильно, классно выглядит. Очень современный, минималистичный. У него очень классные цвета. Это и переноска, и лежанка. И все это очень функционально. Нигде не валяется ничего. Все в одном месте. Так что я считаю, что вот реально такой стильный домик не просто, ну, не портит интерьер, как это часто делают всякие домики и лежанки, а он его еще и украшает, еще и при этом служит переноской. Годный подарок, да? Добавим к этому еще и пару баночек элитного профессионального шампуня и кондиционера для песиков. Это подарок на Новый год для собаки на 50 тысяч рублей. Но речь идет о маленьких собаках. Если вы хотите сделать подобный подарок собаке большой, крупной, то можете смело умножать 50 на 2, потому что амуниция, одежда, лакомства, игрушки для крупной собаки стоят, ну, реально раза в 2 дороже, чем для маленькой. Хотя, когда у тебя их 4, можно умножать и на 4. И таким образом мы с легкостью получаем подарок для собаки на Новый год за 100 тысяч рублей. Переходите на сайт Pet Shop, там сейчас новогодняя распродажа, как я говорила, с 23 по 8 января, и вы можете купить себе там самые разные подарочки на любой бюджет. И надеюсь, вы были очень внимательны и собрали кодовую фразу, и уже написали ее в комментариях. С наступающим вас Новым годом! И увидимся скоро в новых роликах. Все ссылочки в описании, и переходите на наши другие каналы, смотрите ролики!